Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые поклонники отечественного футбола. Мы начинаем прямую трансляцию из Краснодара. Кубань-Волгарь. Матч 4-го тура Мелбет первой лиги. Кубань и Волгарь. Две команды, которые не то что еще не набирали, не то что не выигрывали, вообще не набирали очков в этом сезоне. Три поражения на старте. Готовится уже, я понимаю, Волгарь начать с центра поля. И как раз состав команды из Астрахани. Даниил Адоевский в воротах, номер 71. Павел Шакура, 90. Иван Хамуха, капитан команды, 22. Илья Зуев, 58. Мартовой, 10. Тимур Ижевлединов, 9. Первая атака Кубани. Лаук, удар, мяч катится в ворота. Но ворот он в итоге не закатил. Все просто вне себя. Даниил Адоевский. Тоже молодой Дрованя, 21 год человека. В прошлом сезоне играл за махачкалинское «Динамо». Об этом позже момент у Волгаря, штанга. И мяч в воротах. Но, правда, положение вне игры. Положение вне игры. Не согласен Данил Кленкин с этим решением арбитра, но тем не менее. Продолжается атака. Жамалетдинов. Находит Пушкарева. Удар низом. Ну вот и первый удар Волгаря в створ. Это не проблема для Нестеренко. И здесь какой вот мяча. Оливье. Кати Аблокову. Аблоков. Что-то не первым касанием. И что здесь было? Адоевский, одно падение, второе. Оливье с мячом в чужой штрафной. Абдоков оказался одним из главных действующих лиц в эпизоде. И здесь хороший подкат. Абдоков. И снова первым касанием обостряет Лаук. Лаук, Абдоков. Нури Абдоков в штрафной площади. Нури Абдоков мог забивать. Мог забивать Нури в этом эпизоде. Вот как меняет появление одного футболиста на поле. Ну, не зря этот человек забил 10 голов. Или сколько забил Абдоков? 12 даже, по-моему, да, в прошлом сезоне. Ну, вот я думаю, что Мосийчук, Муталиев, возможно, Чуперка. Пока Абдоков обыгрался, Нури Абдоков. И вот, казалось бы, да, Абдоков играет в стенку, а на самом деле самому себе мяч прокинул. Если бы забил, просто было украшение этого матча, я думаю, что и всего 4-го тура. Ну, еще пару хороших проходов Мартового. Опа, это пенальти. Это пенальти, друзья. И, друзья, у Хамухи есть желтая карточка. Абдоков просто взял и сделал эпизод сам. Ну, давайте посмотрим на дуэль Адоевского и Абдокова. Абдоков, гроссмейстерская пауза и счет матча открыт. Нури Абдоков забивает мяч на 50-й. Минуте небольшая такая оттяжка, да, как будто вот рогатку вот так вот оттянул. Опа, посмотрел еще на Адоевского. Ну, это красота. 2-2, еще и 3-2, 4-3. Ну, это надо забивать. Это надо забивать, а вместо этого Левин попадает в Шайхдинова, да, и спаситель Волгаря получается. Гурфов, Абдоков, один в один против Хамухи, у которого карточка есть. Сам Абдоков решает забивать 2-0. Фантастика. Матч имени Нури Абдокова. Удивительно. Гурфов только появился на поле, сразу же выполнил голевую передачу. Еще раз смотрим. Гурфов. Атабаев здесь не доиграл. Абдоков против Хамухи, который начал пятиться назад. И не успел Зуев встретить Нури Абдокова. Это можно смотреть еще и еще раз. Смещается Абдоков, и Зуев как-то безропотно ожидал его приближения. Но вот, собственно, после этого у Кубани все наладилось. Удар очень опасный. Мяч даже сетки коснулся с внешней стороны. Адоевскому дают здесь мяч. Есть подача. Ну чем не момент? Забивай, 91 минуты. Забивай. И все, 3 минуты есть, чтобы спастись. Лаук, Оливье, Абдоков оказались четче. Завершение. Побеждает Кубань. Поздравляю болельщиков краснодарской команды с этой викторией. Первые 3 набранные очка. Гениальный матч Абдокова после возвращения в состав. 2 забитых мяча. 2-0. Уважаемые зрители, благодарю вас за внимание. Своих коллег за работу на трансляции. Комментировал для вас Ашот Шакарян. Смотрите первую лигу ВКонтакте, на сайте Матч ТВ и на Кинопоиске. Обязательно увидимся. Пока.